Скандально известная певица, экс-депутат надеется зарабатывать на концертах. Оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова вернулась в Россию с Украины. Об этом сообщил телеканал НТВ. В Россию Максакова прибыла транзитом через Стамбул, приземлившись в московском аэропорту Внуково. В целях конспирации она замаскировалась при помощи больших очков и защитной маски. Максакова рассказала, что в 2016 году все ее близкие отговаривали эмигрировать на Украину вслед за мужем, Денисом Вороненковым, убитым позднее в Киеве. По словам певицы, она хотела бы снова выступать с концертами в России. «Я свои интервью того времени смотреть не могу. Я выключаю. Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, остриженными. С этими жуткими трясущимися руками, с безумными глазами. Тяжело. Сейчас другое дело, прошло много времени. Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому», — заявляет теперь певица. Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Его супруга, оперная певица Мария Максакова, долгое время обвиняла своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина в причастности к преступлению, а позже резко отказалась от этих показаний.